Билеты на 16-й ежегодный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает» были раскуплены буквально за 2 часа. Поэтому у входа в драмтеатр организаторы установили экран и дополнительные места, которых уже сейчас, за 40 минут до концерта, практически не осталось. Очевидно, что вряд ли во всей стране найдется зал, способный вместить народную любовь к абхазской оперной диве. Отметив свой грандиозный по замыслу и масштабу 15-летний юбилей, фестиваль открывает новую страницу, сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, открывая вечер. Мне хочется сказать о важности фестиваля Хиблы не только для культуры. Наверное, это для истории нашего государства, для современной истории государства. Мы часто говорим и про Фазиля Искандера, и Хибла. Это люди, которые сделали очень много для международного культурного признания Абхазии. Где бы Хибла ни выступала, на самых лучших музыкальных сценах, наряду с известными музыкальными произведениями, всегда звучит абхазская музыка, знакомя слушательно, зрительно, с музыкальным наследием, с нашей культурой. Хибла Гирзмава поблагодарила правительство Абхазии, Министерство культуры и своих друзей-меценатов Андрея Дудко и Николая Ачба, отметив, что без них фестиваль был бы невозможен. Я очень рада вновь выйти на эту сцену. Я вновь рада приехать на свою родину. Это очень трепетно. Всегда хочется привести все очень красивое и очень интересное. Сегодня на сцене мои друзья, как всегда, все 16 лет. Почему музыка Вива? Потому как мне хотелось сделать такого своего рода арку. 16 лет назад мы с этим коллективом начинали служить наш фестиваль. Оркестр «Музыка Вива» под руководством прославленного итальянского дирижера Фабио Мастранджело открыл концерт увертюрой из оперы «Россини» «Итальянка в Алжире». Когда Хибла Гирзмава появилась на сцене в образе Анны Болейн из одноименной оперы «Доницетти», в зале зашептали «Настоящая королева». 14 апреля с этой постановкой оперная дива дебютировала в Миланском театре «Ла Скала», где в 1958 году, после долгого забвения, эту пьесу возродила к жизни легенда оперной сцены Мария Каллас. Выходить на ту же сцену было ответственно и волнительно. О том, как принимала Хиблу Гирзмава требовательная итальянская публика, рассказал ведущий концертной программы Юлиан Макаров. Хибла, стоя в кулисах на одном из спектаклей, вот ее сейчас выход, слышала, как итальянца, ее коллегу, без зазрения совести, во время исполнения им арии осмеивали в голос и букали. А тут одна из лучших итальянских опер, главная партия, на итальянском языке, и на сцене требовательного Ласкала наша соотечественница. Но Хибла и на этот раз победила. Невероятный совершенно случай, когда публика просто неистовствовала. Браво! И подтверждением тому приглашение от администрации Ласкала на другие главные партии в следующих сезонах. Сцены из Анны Болейн прозвучали еще дважды в дуэтах с заслуженными артистами Северной Осетии Алексеем Татаринцевым и Агундой Кулаевой. Отсюда. Заберите меня к себе, у вас так тепло. У вас хорошо. Тепло, так хорошо. Замечательно, публика потрясающая. Причем с первого номера, это удивительно. С первого номера просто настолько благодарна действительно публика. Не ищет никаких изъянов, все довольны, счастливы, все улыбаются, все очень, очень эмоционально реагируют. Даже вот
посередине арии. Это очень, очень ценно. И ну, мы немножко пошалили. После первого отделения в фойе театра был организован фуршет, где гости фестиваля могли освежиться и поделиться впечатлениями. Вы знаете, Хибла Герзмава, как всегда, не перестает удивлять. Это потрясающий концерт, потрясающие эмоции. Каждое ее выступление – это словно ты заново рождаешься. Потрясающий голос и атмосфера. И хочется поблагодарить всех тех, кто поспособствовал вот этому концерту замечательному. Потрясающее впечатление, великолепная Хибла, она на сцене просто богиня. Очень-очень красивая музыка, замечательный оркестр, замечательные исполнители. Большое-большое спасибо нашей Хибле. Потрясающее впечатление, бесподобная Хибла Герзмава Агунда Пулаева, которая поет в Большом театре Москвы, слушала ее в опере «Царская невеста». Очень приятно, что они приехали в Абхазию, в драматический театр, и представляют шедевры мировой оперы на нашей сцене, в том числе Анну Болейн, которая стартовала в Ласкале. Очень одни положительные эмоции. Спасибо. Несмотря на жаркую погоду, все места на улице были заняты. На лавочках и в близлежащих кафе расположились любители оперы и поклонники Хиблы Герзмава, которые не успели приобрести билеты на фестиваль. Во втором отделении звучали знаменитые партии из таких шедевров оперного искусства, как «Кармен», «Бизе», «Евгений Онегин», «Чайковского», «Ромео и Джульетта», «Гуно». В финале Хибла Герзмава и Алексей Татаринцев исполнили дуэт из оперы Пуччини «Богема». Однако зрителей ждал еще ряд сюрпризов. Когда программа фестиваля подошла к концу, оркестр заиграл знакомую мелодию, на сцене появилась Агунда Кулаева. И в новом неожиданном амплуа выступил дирижер оркестра Фабио Мастранджело, чем привел гостей вечера в восторг. Мне удалось дирижировать один концерт вместо Тимирханова, потому что он заболел. Это был конец 2005 года, так что это уже 12 лет назад. И тогда Хибла пела, это было в Санкт-Петербурге, и Путин был на концерте, и все президенты СНГ. Так что великолепно. И родилась тогда еще любовь, конечно, творческая любовь. Очень все красиво, огромная публика, и зная, что еще люди сидят на улице, что большой экран, конечно, для нас это было особенно интересно, и ответственности, конечно, огромной. В качестве заключительной на сцене Абхазского драмтеатра Хибла Герзмава исполнила песню «Букет цветов из Ниццы», слегка изменив финальные строки. Гремели аплодисменты. Хибла Герзмава вместе с гостями фестиваля вышла поприветствовать публику, которая смотрела концерт в прямой трансляции на улице. Здесь прозвучали финальные ноты и слова. Единственное, что я хочу сказать, что я вас очень люблю. Мой любимый народ, моя Апсна. Я приезжаю сюда со всей душой. Я люблю вас и низкий поклон. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.